Всем привет! Вы на канале Туся, Масик, Тайсик и все животные мои. Сегодня мы с вами будем делать самолетик. Для этого нам понадобится лист А4 и ножницы. Лист А4 мы должны сложить вот так вот. И вот хорошо прогладить. Потом мы складываем вот так вот. И опять же хорошо проглаживаем. Дальше нам надо сложить вот так вот, чтобы вот этот вот уголок нижний мы вот равен вот с этим. Сейчас будем равнять. Все. Сделано ровненько. Пункты мы должны сделать вот так. Опа. Чтоб все держалось и желательно подорвать. Складываем пополам. И хорошо проглаживаем. Даже можно взять линейку, чтобы хорошо все прогладить. Но я линейку брать не буду. Можно и руками. Теперь мы делаем крылья. Вот так вот отгибаем, чтобы вот это вот и вот это вот были равны. Переворачиваем и снова отгибаем. Для чего нам нужны ножницы? А чтобы сделать хвост вот так вот и вот так вот надрезаем. Потом этот хвостик у самолетика выправляем. И у нас получается такой самолетик. Крылышки поправляем. Давайте его протестируем. Запускаем. Вот мы с вами уже сделали самолетик. Мы его протестировали. Я думаю, стоит уже пора прощаться. Мы скоро увидимся. Волнуйтесь. Всем пока и до новых встреч. Не забывайте подписываться на канал и ставить лайки. Приятных просмотров.